Еще что-нибудь? Я первый раз за долгое время попал на след Саламандры. Это для меня очень важно. Ты о них что-нибудь знаешь? Это шайка бандитов. Местные запуганы до одури. Вчера они привезли мальчика. Эти мерзавцы секли его ламией. Ламией? Маенский кнут. Плетка с небольшими шипами и крючками. При каждом ударе срывает кожу и мясо. Ее запретили в большинстве цивилизованных стран. Мальчик бредил. Говорил что-то про выкуп, речь, видимо, шла о Дани. Он хотел увидеть преподобного. Увы, лихорадка забрала его, и он умер той же ночью. Спасибо, Шани. Кажется, я задержал... Скажи, а почему это ты вдруг заинтересовался саламандрами? Они убили кое-кого, кто... Не хотела бы я быть на их месте. Что привело тебя в эту деревню? Я еду в Изиму, чтобы помочь бороться с Катрионой в лечебнице Лебеды. Когда ты уезжаешь? Как только закончу помогать жертвам этого нападения собак. Я не могу просто так их оставить. Это займет некоторое время, но половина просто умрет без моей помощи. Пока. Привет. Доска объявлений. Может, и для Ведьмака найдется работа. Унции Optima Mater. Приветствую тебя. Приветствую. Я Калькштейн, алхимик. Геральт, ведьмак. Ведьмак? А сколько ты возьмешь? Тебе не по карману. Ты бы так... Ну ладно, так и быть. Я уважаю науку ученых и алхимиков. Понятно, понятно. Мое уважение к алхимик. Ну, хорошо, хорошо, простите. Говорят, тебе нужно... А у тебя есть... Я зайду к тебе. Кровь нужна мне для исследования. Здравствуй, красавчик. Ты выглядишь... Это была случайность.
Случайность! От местных кметов? Да чего тебе принести? Сейчас ничего. Но может... Вот уж нет. Я тут на жизнь себе зарабатываю. И кроме того, я честная девушка. Ты имеешь в виду, что после работы уже не такая честная? Да как ты смеешь? Вот черт! Еще что-нибудь? Пока. Ну-ну, ведьмак. Приветствую. Здесь что, проходит какой-то турнир? Да, мы избиваем друг друга до полусмерти за деньги. Звучит весьма увлекательно. Если хочешь, чтобы толстый Фред тебе настучал по физиономии, покажи деньги. Сколько? 25 аренов. Расскажи мне об этом турнире поподробнее. Правила простые. Все дерутся друг с другом. Просто и ясно. 25 аренов. В другой раз. Оставаться на чеку. Похоже, у нас Дарни Рит и незваные гости. Грубо. А, она еще и сопротивляет. Жду не дождусь. Вы пожалеете. Эй, ведьмак, помоги! Отвали, белый, монстров тут нет. Что такое, лысина? Драться с ведьмаком кишка танка? Заткнись, девка! Сейчас убедишься, какое есть достоинство у настоящего мужчины. Хе-хе-хе-хе. Сейчас его потеряешь. Я отправлю тебя в могилу! И насколько же вы крутые? Умри, сука! Я боюсь собак и бандитов, но мне нужно добраться до дома. Конечно. Thank you.
Эти собаки, эти адские гончие. Все в порядке, с ними покончено. Гинь, да поглотит тебя вечный огонь, дьявольское отродье! Успокойся, священник. Я только хочу поговорить с тобой. Не о чем нам говорить! Есть о чем. Я ищу саламандр. Они перебьют... Я могу быть очень благодарным. Что у тебя на уме? Я слыхал, что вас беспокоит зверь. Какое тебе до этого дело? Я ведьмак. Недавно сюда уже приходил ведьмак. Звали его Берен... В это мне трудно поверить. Если хочешь заслужить мое доверие, принеси свет вечного огня людям. Я надеюсь, ты не думаешь, что огонь отпугнет зверя. Это нечто... Вечный огонь, богохульник! Он... Хорошо. Да будет так. Но помни, вечный огонь должен загореться... Я ищу людей, как... В этом не... Почему? Я советую тебе не досаждать им, если ты не жаждешь испробовать на вкус посмертие. У меня напуганный вид? До тебя сюда уже приходил ведьмак. Он тоже... Не имею привычки убегать. Не смейся над саламандрами. Вся деревня боится их мощи, и не без причины.
помни... Что я могу сделать? Для меня ты должен просто сразить зверя. Что касается... Одо, Микулу и Харем. Они что, какие-то большие шишки? Они живут в предместье всю жизнь, так что все их знают и уважают. Одо недавно разбогател. Посмотрим. Постой. Просто так они не поверят, что тебя...
Ведьмак, добро пожаловать. Что с ним произошло? Он сам виноват. Многие приходят сюда в надежде, что я исполню их жалкие фантазии. Меня принимают за шлюху, а я ведьма. Я это запомню. Не бойся, ведьмак, я не настолько плохая. А тот негодяй скоро поправится. Чего ты хочешь? Я прочел твое объявление. Отлично. Ты... Есть. Они твои. За определенную цену. Я знала, что тебе удастся их достать. А вот еще немного мандрагоры. Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. Я вижу, что ты приютил Альвина. Думаешь, я брошу в беде сироту? К тому же... Ты о чем? У него есть силы. Но не знаю, сможет ли он... Как благородно. Мало кто возьмет в дом лишний род подобный. Когда придет голодная зима, я его зажарю и съем. Наверняка местные так и думают. Они же А ты чудовище? У всех нас внутри прячется чудовище. Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. Может, твоя... А меча что, недостаточно? Я слыхала... Оба для чудовищ. К сожалению, серебряного у меня нет. Я знаю одно зелье. Если покрыть им лезвие, будешь наносить ужас... Может, в другой раз. Чего ты хочешь?
Кто здесь? Я ведьмак. Зачем ты вошел в мой дом с оружием? У меня нечего красть. Успокойся. Я не причиню тебе вреда. Я ничего не знаю. Мое имя Геральт. Теперь мы знакомы. Тогда выпей со мной, мастер Гервант. Я ненавижу шпионов. А ведь мы... Давай тогда выпьем. Самое важное забыл. Ты с преподобным встречался? Конечно. Он велел нам допрашивать чужаков. Кольцо вечного огня должно быть от преподобного. Преподобный послал... Преподобный всегда думает обо мне. Я слышал разные слухи и знаю, что тебе нужно. Я не садовник. Дай же мне закончить, мастер Гервант. Некоторое время назад у меня в саду выросли странные растения. Они живут... И в чем же проблема? Они теперь здоровые в человеческий рост, и ветки такие большие. К счастью, они... Я попробую тебе. Мастер Гервант, давай выпьем за... Сто двадцать и не орином меньше. За погибель. Два сорняка за 70 оренов. Просто грабеж. Я сказал 120. Ну, мне же надо на что-то жить, на что-то пить. Да, за здоровье, кстати. Мое последнее слово — 80. Крепкая штука. Может, 100? Договорились. И на дорожку.
Говори, что у тебя на уме. Я истребил чудовищ в саду. Плати. Что случилось, мастер Гервант? Пришел... Мы сговорились на 100. Не помню такого. Мы, конечно... Так, послушай-ка. Хорошо, хорошо. Вот твои деньги, псих ненормальный. Я тебе говорил не лезть убивать чудовищ ночью. Эх, вот всегда так с людьми. Я рискую шеей за них, а они хотят меня обжулить. А, ладно. Кровь и выбоины на этих доспехах говорят о том, что когда-то они принадлежали воину. А этот толстяк похож скорее на пьяницу. Thank you.
чего ты хочешь? Чего ты хочешь? До встречи. Боги, даруйте мне терпение. Стой! Что? Что значит что? Я хочу войти в город. Нет, тут это... как его... карантин. И долго он продлится, ваш карантин? Это командир должен знать, не мое дело. А командир внутри? Этот карантин всех касается? Знать не знаю. Кто-нибудь внутрь проходит? У кого пропуск есть, те и проходят. Понятно. Давай-ка побеседуем. Преподобный знает, что ты здесь? Конечно. Я тебе не верю. Он передал тебе что-нибудь? Преподобный сказал... Преподобный...
Видишь ли, господин, мне приказали избавиться от этих мертвяков. Мертвяков? Угу. Командир меня направил в склеп, который тут дальше по улице. А я никого не убивал раньше. И страшно очень. Мертвяки, говоришь? Пожалуйста, господин. Я ведьмак. Я избавлю тебя от этих тварей. Но ты мне заплатишь 200 оренов. Конечно, господин. Я все расскажу, что знаю. Только это немного будет. И золота у меня тоже маловато. Будь здоров. Преподобный сказал... У вас тут про... Ну, это... Картона или как там ее... Чертова чума у нас тут всех морит. Чудовище? Ну, волки, много их. Волки? Да черта волков, господин, и одичавших дворняк. Раньше бывал я их камнями... Понятно. Ага. Где мне найти? Возле трактира. В холме будет вход. Будь здоров. Зачем вы пристаете? Хотим сбрить ему бороду, он же нелюдь! Советую вам... Ты у нас лю... Убери оружие, парень, и прекращай махать... Какой наглый! Хватайте его! Вы с... Режем тебе... Что-то не так? Ты не ва... В этом весь ты. Ведьмак умер. Ты кто такой? Ты что, пьян? Я Золтан Хивай, приятель твой. Не могу объяснить. А и не надо объяснять ничего, Золт. Ты не понял. Я утратил... Знаешь что, Геральт? В другой раз. А ты... Харин Брок, торговец и посредник... Что ты про... Полагаю, тебя... Конечно. И почему интерес... Меня при... Так и есть. По ночам из реки... Я помогу тебе. Если ты ищешь саламандр, ты ищешь неприятность. Проклятая нежить! Где мне? Где? Понятно. Ведь...
Эдмилхавкаарен. Приветствую вас. Найнтхойне, эссеватгерн. Тебе нас... Спокойно. Харен ничего о вас... Вартелнайн, ты не Айнсейдхе, но и не мерзкий Дхойне. Это товар Харена. Прости, Айнсейдхе. Слушай меня внимательно, Ватхерн. В нашем отряде 20 эльфов. Наши братья страдают от голода и боли... Я догадываюсь, к чему ты клонишь. Правильно догадываешься. У нас нет выбора, но у тебя есть. Хорошо, забирайте товар. Мы тебе заплатим, мы ведь не преступники. У нас... Мне хватит и золота. Держи золото. Самое необходимое мы заберем. Утопцы больше тебя не побеспокоят. Вафейл, Вадхерн. Прощай. Ведьмак! Я убил утопцев. Эльфов? Они ждали тебя. Кто они? Скоя Таэли, или по-нашему белки. Юные борцы за свободы нелюдей. Я буду хранить молчание. Но если это... Надо же как-то зарабатывать. Как бы то ни было, свою работу я сделал. Значит, мой товар в безопасности. Мы с ними немного поболтали. Они сказали, что вернутся за товаром со всем своим отрядом. Со всем отрядом? Для них небезопасно приближаться к Вызиме. Если бы кто-нибудь... Что ты хочешь этим сказать? За голову каждого Скоя Таэля дают приличную сумму. Меня это не касается. Мне нужны мои деньги. Держи золото. Саламандры? Они собирают... Где мне их найти? Спроси у преподобного.
Он сам решит, что тебе стоит знать. Лично я бы не возражал. Прощай. Видим.
Должно быть, Гули привлек труп женщины, а смерть ее, скорее всего, наступила из-за содержимого этого флакона.
Я не отдам свою мастерскую! Передумай. Или будет хуже. Или что? Ведьмак, убить его. Дедом потом займемся. Это вряд ли. Защищайся! Ты наш ведьмак. Тебе надо было оставить Саламандр в покое. Спасибо, ведьмак! Ты меня спас! И мое... Не за что, не за что. Знаю, что именно послужило причиной этих событий. Саламандре нужно оборудование, чтобы использовать украденные секреты. Без аппаратуры нет никакого толку от мутагенов. Им почти удалось украсть сокровища Калькштейна. Они почти достигли успеха в Каэр-Мархен. Главное, что почти. Если бы я решил остаться с Весемиром, все было бы по-другому. Это самое меньшее, что я мог сделать. Это я привел их сюда. Из-за того, что я сделал когда-то в прошлом. Если бы ты знал, к чему это приведет, ты поступил бы иначе? Нет, это было правильно. Я не удивлен. Приходи в мою лабораторию в Изиме, если тебе понадобится и... До встречи. Не стоило тебе защищать старика. Что? Старик все болтает и болтает. У меня от него голова болит. Лучше его не злить. Он очень могущий. Ну, капитан сказал, только по пропускам. Я знаю. Завтра я буду у мельничных ворот. Там буду стоять. Ага. Я избавлюсь. Вот спасибо тебе огромное, господин. Это вот месячное жалование. Эх, вот ребята обрадуются. Они хотели сокровища искать в склепе, попробовать одну из стен. Я нашел внутри свежий труп. Молодая женщина. Гули собрались к ее трупу. Ильза? Нет! Не может быть! Я ее
любил так сильно. Имени ее я не знаю. Видимо, она отравилась. Нет, нет! Эта злая карга отравила мою Ильзу! Чертова сука! Отравила Ильзу! Нет! Я сожалею о твоей утрате. Но я должен узнать все о саламандрах. У них пропуска есть, да? Оставь меня! У тебя... Не забудь сказать преподобному, что... дождя. Не должно быть дождя.